Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать небольшой лайфхак, который называется «Быстрая укладка плитки в санузле». Почему именно быстрая? Ну, вроде как бы в этом нет ничего такого быстрого, но это дает вам возможность уложить плитку на пол за один раз. Обратите внимание, все у меня сейчас нарезано, и вот эта плитка, она не приклеена. Я ее просто ложил, это керамогранит, я ее ложил на пол, ну как так, как она будет лежать. И уже сделал все подрезки по периметру, как должна будет быть уложена эта плитка. И теперь с самого дальнего угла я начинаю постепенно, то есть пару рядов снял, промазал и начинаю намазывать на саму плитку. Гребеночкой. Гребеночка у меня тут десятка, но можно использовать любую по возможности, которая есть, в общем, по желанию. Но в данном случае мне нужна именно десятка. И постепенно, в общем, укладываем всю плитку, которая идет по периметру. Потом переходим на следующий ряд. Также весь ряд будем промазывать. И также гребеночкой промазывать плитку и уже приклеивать ее к основанию. Вот так вот. Сейчас я вам покажу пару примеров, как это будет происходить. Ну а дальше, я думаю, вы сами все поймете. В этом нет ничего сложного. Но это гораздо ускоряет процесс работы и облегчает задачу. Так что смотрите и учитесь. Обязательно приклеиваем скотч. Если вы, конечно, не используете систему СВП, я ей не пользуюсь, поэтому я использую бумажный скотч. Скотч мне нужен для того, чтобы плитка не разъезжалась. Таким вот образом идет укладка керамогранита. После я вам покажу окончательный вариант, то, что у меня получилось. Пока буду работать. Кстати, один момент, который хотел я отметить. Многие подумают, почему я не убрал керамогранит с пола, а хожу по нему и укладываю с того конца. Сразу отвечаю на вопрос, который вы еще мне не задали, но, возможно, об этом уже подумали. Я не убираю керамогранит, потому что он у меня сейчас лежит как раз там и так, как мне нужно. Вот видите, вот отметки у меня здесь сделаны. Это у меня размер моего керамогранита. Он находится сейчас по центру моего порога, по центру моей двери. То есть симметрично я сделал относительно этого порога. И, в общем,
плитки, вот эти керамогранит, он лежит так, как мне нужен. Если я уберу керамогранит, естественно, я могу потерять свой рисунок. И нет гарантии, что я приду именно так, как мне надо. И там где-нибудь в углу может образоваться клин, и придется опять подпиливать плитку, либо вообще делать новую. Поэтому не убираем, а идем поэтапно, снимаем, замазываем, приклеиваем и идем дальше. Вот. Других вариантов здесь я не вижу и, в принципе, вам и не советую что тут придумывать новое. Я придумал уже, делаем, как я показал. Ну ладно, клей у меня замесился, в общем, пошел я дальше работать. Итак, после завершения укладки керамогранита на пол, мы получаем вот такой вот результат. Последний керамогранит подошел точно по отметкам, которые я изначально запланировал, отметил. То есть рисунок у меня никоим образом не сместился, все шло как положено, укладка шла так, как и задумано. И получается в итоге вот такой вот у меня результат. Все это я сделал за один раз, подрезал и уложил. Соответственно, все вот это можно сделать при желании с первого раза. Ну, естественно, потом даем клею застыть. На следующий день уже убираем крестики, убираем скотч, защищаем швы. И всю эту поверхность накрываем защитной пленкой, либо бумагой, для того, чтобы защитить швы и плитку от грязи, которые будут образовываться в процессе работы. Ну, кто-то, конечно, делает керамогранит после плитки, но я предпочитаю это делать изначально, задать основание, от которого уже будет стартовать стеновая плитка. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на новых видео. Всем пока-пока!